наверное, самое хорошее в футболе, как говорится, результат. Результат добились, положительный результат. Это хорошо. Если самое касается игры, вышли настроены, создали момент. Жан за счет индивидуальных действий разобрался. Забил гол. Первый гол забили, да, вроде бы. Потом второй. И после этого где-то немножко, может быть, что начали выигрывать, где-то перестало получаться развитие. А для развития так появился какой-то сумбур небольшой и неточные передачи. В принципе, еще были моменты, могли за счет где-то прессинга наказывать. Но в то же время около наших ворот в первом тайме были два опасных момента, где Зубович мог нам, говорит, предоставить неприятности. Вот. В перерыве сделали небольшие корректировки, переговорили с ребятами и уже более как бы надежно, наверное, сыграли в обороне, попросили, чтобы без таких как бы встречных атак более позиционно оборонялись, в принципе, могли бежать пару раз в контратаку, завершить быстрее, наверное, забили еще один гол и было все спокойно. Ну и в принципе все, наверное. Спасибо. Ваши вопросы? Прежде не была замена Довиски по месту Ложкина. Это больше тактическая замена, чтобы перестроить игру, или комфортное преимущество, или какие-то другие причины? Ну, естественно, да, это было, как бы, как вы сказали, запланировано, не то, что заранее. То есть это было тактическое перестроение. Мы сделали, чтобы Климович вышел все-таки нападающего вперед. Он более высокий. Ложкину, к сожалению, было чуть потяжелее, наверное, противостоять двум центральным защитникам. За счет этого Влада переместили в центр, а Довиски бы вышел правого инсайда играть. Еще вопросы? Все? Нет вопросов. Спасибо. Спасибо.